Добро пожаловать! Давайте изучим совет по чтению, который поможет вам и вашему ребенку в домашнем чтении. Мы потренируемся задавать вопросы и говорить о книгах. Есть много разных видов растений. Похоже, это интересная книга. Как вы думаете, чему вы можете научиться из этой книги? Я могу узнать о растениях. Первый тип вопросов, которые мы можем задать, это вопросы, вызывающие интерес к книге. Книги, представляющие большой интерес, помогут мотивировать ребенка продолжать читать, если ему станет тяжело. Вы можете задавать такие вопросы, как: как вы думаете, о чем будет эта книга? Что в книге заставляет вас так думать? Как вы думаете, кто станет главным героем этой книги? Что может произойти в этой книге? Почему вы так думаете? Давайте посмотрим, как это может сработать. Я прочту несколько страниц, и когда приду к какому-то слову, о котором, как мне кажется, нам следует поговорить, я сделаю паузу. Растения сами производят себе пищу, используя воду и солнечный свет. Давайте внимательно рассмотрим это слово. В нем есть несколько букв и звуков, которые мы практиковали. Что вы видите в этом слове? Я вижу в слове растения короткую букву «А». Отличная работа по запоминанию. Начинающие читатели натолкнутся на множество новых слов. Мы можем помочь им, напомнив им, что нужно взглянуть на буквы и звуки, чтобы разобраться в них. Вы можете задавать такие вопросы, как: в этом слове есть несколько букв и звуков, над которыми мы работали. Что вы видите в этом слове? Я заметила это слово. Что вы можете сказать мне об этом слове? Как вы думаете, что может означать это слово? Мне понравилась эта история. Отлично. А чем была книга и откуда вы знаете? Речь шла о растениях. Послушайте, здесь так написано. Мы читаем, чтобы понять, что читаем. Чтобы помочь ребенку в этом, вы можете сделать паузу во время чтения и рассказать о том, что произошло до сих пор. Вы можете задать такие вопросы, как: а чем вообще была эта книга? Почему вы так говорите? Покажите мне в книге. Если бы вы участвовали в этой истории, что бы вы сделали? Почему? Чему вы научились из этой книги? Где вы этому научились? Отличная работа, разгадывая это слово. Теперь, когда вы знаете все слова, давайте попробуем перечитать предложение. Растения сами готовят себе пищу, используя воду и солнечный свет. Мы хотим, чтобы читатели научились беглому чтению или умению читать вслух так, как будто они говорят. Начинающим читателям часто нужно, чтобы кто-нибудь показал им, как это звучит, поскольку они начинают читать как рассказчики. Вы можете задавать такие вопросы, как: теперь, когда вы знаете слова, можете ли вы перечитать их, чтобы они звучали более гладко? Не могли бы вы перечитать это слово, чтобы оно было похоже на разговор? Послушайте, как я перечитываю эту часть. Что вы слышите? Чтение позволяет нам учиться и развиваться, даже если нам становится трудно, мы продолжаем достигать своих целей. Помните, что ваш учитель Springboard здесь. Поговорите со своим учителем и расскажите, как ваша семья может воспользоваться этим советом по чтению.